В Ульяновске стартовало первенство России по легкой атлетике в помещении среди юношей и девушек до 18 лет. В город на Волге приехало 750 спортсменов из 68 регионов страны. Наш регион на первенстве представляет 23 спортсмена. Будет представлен только вид дисциплины – это ядро и практически вся беговая программа. Спринт, барьеры, вертикальные и горизонтальные прыжки, прыжок в высоту, прыжок в шестом, прыжок в длину. Соревнования в каждой дисциплине традиционно начались с квалификации. По ее итогам отберут спортсменов, которые будут бороться за медали. Проведение первенства в Ульяновске – большое достижение организаторов. Как отметил технический делегат из Всероссийской Федерации, спортивный манеж соответствует соревнованиям подобного уровня. Надо отметить проведенный ремонт в этом манеже, покрытие обновленное. Достаточно комфортные условия для спортсменов, наличие разминочной зоны, высокий уровень квалификации местной судейской коллегии. Чемпионат продлится до 31 января. Спортсменам, выполнившим нормативы, будут присвоены спортивные разряды и звания. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.